Мур, привет, друг, это Зверько. Я решил поделиться с тобой своими наблюдениями по поводу багов, которые порой встречаю. Возможно, их перенесут на основной сервер, а возможно, поправят описание навыков. Но пока просто покажу, что заметил. В этом выпуске Дариус. Для чистоты экспериментов использую эмблемы магические 2 уровня. Дариус в своей пассивке после 2 ударов делает круговой удар, который система считает за навык, что позволяет срабатывать клинку 7 морей, но чего нет в описании, так упоминание исцеления, когда совершается круговой удар. С помощью топора кровожадности исцеление можно увеличить. А вот золотой посох не дает ни двойного удара, ни двойного исцеления, хотя иконка внизу показывает срабатывание. Дальше. Если закупиться критами, то четко видно, что криты на пассивке работают, что странно, если это навык. И вот загадочная ульта, у которой в описании четкая формула, а на практике есть излишний урон по поврежденной цели. Это уже заметно на куклах, где первый удар 1177, а второй уже 1381. Чтобы проверить полноценно, нужна здоровенная кукла Зелонга. Первый удар выносит 722 хп. Хотя сборка на криты, она не очень повлияет на конечный результат. Смотри. Уменьшаем хп с помощью жрута и посоха. А теперь наносим удар ультой. 8416. Продаем все предметы и еще разок. 8144 урона, а последний удар 8443. Это значит, что в расчет урона входит количество потерянных хп, но в навыке этого не описано. Вот и остается гадать, это переделка навыков на будущее или баги, которые исправят. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!